Геннадий Головкин прибыл в Лондон для боя с Кэллом Бруком. 3G приземлился в Лондоне, к бою готовы в следующую субботу. С нетерпением ждем, чтобы увидеть своих поклонников в Великобритании, написал Том Лёфлер в своем твиттере. Напомним, до боя Головкин-Брук осталось 6 дней. 10 сентября в Лондоне состоится поединок между чемпионом мира по версии WBA, Super, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и британским полусредневесом Кэллом Бруком.